Как наденешь галстук, береги его. Он ведь с нашим знаменем цвета одного. В квартире музея семьи Ульяновых открылась выставка «Страна пионерия». Церемонию открытия провели в день всемирно известного движения, объединившего миллионы ребят. Вся выставка располагается в 4 залах. Мы условно их разделили. То есть первый зал у нас история, краткая история пионерской организации. То есть история 69 лет с 1922 по 1991. Потом мы не могли не создать пионерскую комнату, потому что она была во всех школах. Да? Там заседание советов дружины проходило, там собирали всех председателей советов отрядов. В пионерской комнате есть горн, барабан и дружинное знамя. В этом зале и собрались школьники в красных галстуках. Ребята исполнили бодрые советские песни и поучаствовали в церемонии открытия. А в зале под названием «Практика пионерии» в день премьеры было тише, но не менее информативно и интересно. То есть здесь и металлолом, и макулатура, здесь и юнаты, здесь и никто не забыт, ничто не забыто, здесь пионерские марши. Экспонаты собирали вместе. Научные сотрудники Ленинского мемориала и Государственного архива новейшей истории предоставили документы. А владельцы частных коллекций, в основном пионеры-ветераны, поделились арт-объектами и личными фотографиями. Выставка продлится до 21 августа. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.